В начале выпуска информация для коммунальных и дорожных служб Великого Новгорода и Новгородского района. Вот такие фотографии были размещены сегодня вечером в социальной сети ВКонтакте. Новгородцы обращают внимание на открытый люк, расположенный рядом с детской площадкой, напротив дома номер 4, корпус 1 по улице Октябрьская. Видимо, ответственным лицам, будь то мэрия, водоканал или частная управляющая компания, следует принять оперативные меры, а родителям близлежащих домов не оставлять своих детей без присмотра. А это уже видео-привет для дорожных служб. Жители второй загородной улицы в Новой Мельнице жалуются на администрацию Ермолинского сельского поселения. Люди сообщают, что делали утрамбованную камнем дорогу за свой счет. А теперь к ним регулярно наведывается грейдер. И все это взрыхляет. Непонятно для чего. Местных чиновников просят не создавать видимость обслуживания дороги и хотя бы не портить то, что есть. Спасибо, администрация.